Добрый день, уважаемые партнеры и гости нашего портала. Вашему вниманию представляется видеоролик обзор инвестиционного фонда от команды первого банка мониторинга fairmonitor.com. В сегодняшнем сюжете мы с вами рассмотрим один из новых фондов, который с недавнего времени разместился в разделе VIP-листинг нашего хайп-монитора. Проект Syncam Bank, со слов его создателей, является финансовым конгломератом, который с 1995 года ведет свою деятельность в сфере предоставления банковских услуг по всему миру. Целью увеличения своих оборотных активов и наращивания прибыли руководством компании было принято решение о привлечении частных инвестиций посредством сети интернет. Таким вот образом и появился интернет-портал этой организации, который мы с вами имеем удовольствие сейчас лицезреть. Сайт Syncam Bank выполнен достаточно качественно. Кроме хорошего информационного наполнения, нас порадовал грамотный перевод текстов и приятный авторский дизайн. Кроме этого, стоит обратить свое внимание на тот факт, что он работает на уникальном скрипте, а данные и средства его пользователей находятся под надежной защитой SSL-сертификата шифрования данных от компании Komodo. В качестве заработка на инвестициях Syncam Bank предлагает потенциальным пользователям три тарифных плана. Первый тариф при депозите от 20 до 200 долларов ежесуточно на протяжении 15 дней будет приносить своему инвестору прибыль в размере 1,3%. Второй тариф обеспечит 4,6% прибыли каждые 24 часа тем пользователям, кто внесет в проект от 50 до 500 условных единиц. Здесь срок работы вашего вклада составляет 30 дней. Третий план отличается плавающим процентом прибыли, размер которой может составлять от 3,5% до 4,1% в сутки. Срок работы вашего депозита в этом плане равен 45 дням, а лимиты по инвестированию установлены в пределах от 10 долларов до 20 тысяч условных единиц. Стоит отметить, что в первом тарифе тело вашего вклада возвращается в конце срока работы инвестиции, а в остальных оно включено в ежедневные начисления. Также важно понимать, что размер дневной ставки в третьем тарифе зависит от вложенных инвесторами средств за текущие сутки. В качестве платежных систем на проекте представлены Perfect Money, Pair, Bitcoin и Advanced Cash. По информации, что имеется на сайте, все выплаты обрабатываются в ручном режиме с регламентом до 24 часов с момента заказа, а минимальная сумма выплаты составляет 0,5 доллара. Партнерская программа Syncam Bank имеет два вида заработка и две квалификации. В первом варианте, который доступен всем пользователям, вы можете получать прибыль от двух уровней рефералов по структуре 10% от вклада партнеров первой линии и 2% от депозита рефералов второго уровня. Также вы будете получать прибыль от заработка своих партнеров, которая составляет 3,1% согласно их уровня. Второй вариант партнерки рассчитан на представителей проекта, которыми может стать любой пользователь, внесший депозит от 500 долларов и выше. Здесь размер вознаграждения от лично приглашенных пользователей увеличен до 15% от их депозита и до 5% от их заработка. Личный кабинет инвестора, по нашему мнению, очень прост и функционален. На главной его странице представлена основная информация о состоянии вашего счета, а в разделах, что находится слева, вы можете создать депозит, посмотреть список своих активных инвестиций, заказать выплату, ознакомиться с историей движения средств по вашему счету, получить материалы для работы с партнерской программой, а также установить настройки своего аккаунта. Завершим наш обзор рассмотрением методов связи с поддержкой. Здесь это возможно сделать через систему тикетов и по электронной почте. Все эти инструменты вы найдете во вкладке «Контакты». Собственно, на этом у нас все. Добавим лишь, что каждый из партнеров первого банка мониторинга fairmonitor.com, который решит инвестировать в Syncam Bank, получит максимальный рефбэк по своим вкладам от нашего портала. Приятных выходных и высокого профита, дорогие друзья!